Доброе утро всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Поступил звонок, что в одной из деревень в поле люди нашли 4 щенков. Поехали, щенков забрали, щенки были все замерзшие. Отогревали их, некогда было снимать. На тот момент, сами понимаете, что самое важное – это спасти жизни детей. Забирали домой, отогревали фенами, в общем, всевозможными средствами. Так как у меня места нет, то еще раз говорю, да, в моем приюте, к сожалению, было бы место, девочки, не вопрос, вообще собирала бы всех, потому что проблема бездомных животных в нашем городе, она очень острая, вы увидите все это в данном ролике. Щенков я привожу, я обязательно колю их гесканом, ну, потому что в городе у нас очень много энтерита. Гискан нам в помощь. Раньше и гискан пробивал, но когда-то я была в Рязани со своей собакой, и один профессор, мудрый дедушка, научил меня, как правильно лечить энтерит. Во-первых, гискан — это для, ну, вообще кому-то, кто сталкивается с этой проблемой, вам будет, ну, как бы, я думаю, что интересно это знать, потому что гискан работает от момента заболевания щенка в течение первых суток, то есть 24 часа. Но, как заявлено по сыворотке, что гискан работает 2 недели, нет, поверьте мне, нет. Я уже вот 2-й год как избавилась от энтерита, потому что вылечить, поднять одного щенка – это 7-8 тысяч, чтобы грамотно его лечить. Но я лечу тот же энтерит. Но без него как-то веселее живется. Страшно смотреть, когда они мучаются, в каких болях и муках они умирают, не приведи Господи. Вот. И теперь гискан я подключаю на момент привоза собак. Через 7 дней я повторяю. И еще 3-й, 3-й раз, еще через 7 дней. То есть гискан работает ровно 7-8 дней. Это на будущее, может быть, кому-то пригодится, мои уважаемые, добрые. Моя большая дружная семья, вот. Проблема города, конечно, не решается из года в год вообще. Животных очень жалко, их у меня, я говорю еще раз, очень много. Вы увидите, как они встречают, ждут. Поэтому финансов уходит очень много. Благодаря вам я могу сейчас кормить этих бездомышей. Да, пусть не каждый день, да, там 2-3 раза в неделю, но благодаря вам и вашей помощи я их кормлю, я не могу бросить, у меня сердце обливается честно кровью, это все больно. Вы увидите, как они ждут, как они встречают, тем более холодно, они прячутся от зла, от злых людей, от ненависти этого города. Выкинуть в поле щенков, ну, знаете, это уже это переходит границы всего дозволенного. Ой, спасаю, езжу на каждый звонок, конечно, стараюсь помочь, спасти. Но, увы, конечно, территория моя не позволяет мне. Не позволяет мне принять большое количество всех щенков, всех просьб. Надеюсь, что с Нового года урегулируем опять вопрос по стерилизации, кастрации животных бездомных. Вот. Ну и, конечно, очень хотелось бы мне, чтобы вы мне помогли, так как вы знаете, канал верных друзей теперь нету, да. Девочки, они могут мне помогать тоже финансово пока. И Филя, и Шарик на мне. Вот. Но мне очень хочется сделать еще хотя бы 10 будок, поставить их на улицу, на своей территории, чтобы вот экстренно вот такие вот случаи со щенками, да, я могла хотя бы куда-то их привезти, спрятать и дать им то тепло, ту заботу, в которой они нуждаются. Больно. Простите, очень больно. Хочется уже быстрее бы, чтобы закончился этот год. Не принес он ничего хорошего. Постоянные щенки, постоянный щенопад. Вот, но когда я знаю, что у меня будет хотя бы в резерве еще 10 будок, я буду знать, что я могу спасти еще кого-то. Кого-то, кого я могу привести и разместить на своей территории. Но, к сожалению, финансовая сторона, она очень, да, затратная. Поездки, вы видите, да, такси, это все финансы. И я вкладываю каждую копеечку в них. Каждую вашу присланную копеечку. Хочется где-то побаловать их, что-то, чего-то вкусненькое купить. Но и бросить я их не могу. Надеюсь, что
Скоро мы выйдем. Мы уже вышли на монетизацию канала сейчас. Дочка моя пытается разобраться, как это сделать. Спасибо вам огромное за то, что просмотрели, за то, что помогли. Конечно, там небольшие деньги, как говорят, но все равно хоть какой-то резерв будем копить на какие-то вот такие срочные нужды. А вот еще хочу сказать всем, кто следит за судьбой Клёпы и Киры, 4 января мы поедем в клинику города Рязани. Конечно, все новости будут выкладываться по мере их поступления. Новым годом мы вас еще поздравим обязательно. Ну вот, так что ждите наши ролики. Ну а теперь я к вам обращаюсь, ко всей своей большой дружной семье. И как всегда, я обращаюсь к вам, чтобы вы о нас не забывали, финансово помогали. Вы видите, сколько хвостиков нуждаются в нас, в людях, в вас в первую очередь. Потому что только благодаря вам, я говорю, я стала сейчас хотя бы ездить к нашим бездомышам. Только благодаря вам, моей большой дружной семье. Они ждут, радуются, они надеются на нас, на людей. Хаски, мальчик Хаски, забрел чуть ли не к нам, к приюту. Еле стоял на ногах, в худшем состоянии. Шерсть вся сваленная, очень худой. Видно, что мальчик молодой, месяцев 8-9. Чистопородный хаски, может быть, кто-нибудь, глаза у него один голубой, другой мозаика. Кто не знает, что такое мозаика, это глаз половина карий, половина голубой. Мой мальчика я назвала Вихрь. Вот. Ну, в общем, ребенок истощен, ребра, косточки, но ничего. Набираем вес, гуляем, все как всегда. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Большое вам искреннее спасибо.